Ну что, всем добрый вечер. Очень рада, что уже в столь не ранний час вы все-таки нашли время, зашли на наш вебинар. Значит, вы все-таки хотите что-то услышать, да, для себя и какие-то моменты для себя отметить. Он будет недолгий, у нас буквально две мамочки, по 15 минут мы попробуем уложиться. В данный момент я сегодня хочу рассказать немножко о себе, историю, да, кто-то меня, может быть, знает, кто-то еще нет, но сейчас мы познакомимся, я расскажу про себя, про свою семью и про то, чем я занимаюсь. Скажите, пожалуйста, вернее, отметьте плюсиками, все ли вы здесь мамочки уже с детками, или у нас есть только мамочки в перспективе, которые только собираются? Отлично, почти все, да? Замечательно. Пока вы ставите плюсики, я расскажу и представлюсь. Да, меня зовут Ирина Уманцева, я проживаю в городе Кропоткин. Я счастливая жена, мама двоих деток, у меня сынок Арсений и дочка Ульяна. А также на данный момент и, конечно же, в будущем я предприниматель онлайн-системы. Вот, в перспективе. Отлично, у вас еще все впереди. Но смотрите, у нас большинство здесь, да, уже мамочки. Что самое главное объединяет мамочек, да? Это даже не образование, не место жительства какое-то или хобби. У нас у всех есть детки, да? Я думаю, что это для женщины одно из самых главных вообще, да, ценностей в жизни. Лично для меня моя семья и мои дети – это самое главное. Я думаю, что для вас тоже. Вот сейчас вы увидите на слайдике мою семью. И пока я расскажу немножко о себе, вообще, кто я, чем я занималась, вообще, как я сейчас живу. Мне 34 года, я вообще всегда практически жила в городе Кропоткин, Краснодарский край, во всяком случае, в Краснодарском крае.